На формирование комфортной городской среды нацелена программа губернатора Московской области по комплексному благоустройству дворовых территорий. В этом году ее выполнение началось и по адресу улица Комсомольская, дом 4. Здесь в минувший четверг прошла встреча жителей с представителями администрации городского округа и депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным. 60% дворовых территорий в целом по области и в том числе в городском округе Щелково сделаны. Вот 40% оставшихся дворовых территорий мы хотим в ближайшие 2-3 года завершить. Очередь подошла и для вашего двора. В губернаторской программе есть обязательные условия, которые выполняются в каждом дворе, когда в нем начинаются работы по благоустройству территории. Представители органов власти встречаются с жителями, чтобы они могли высказать замечания и предложения по разработанным проектам. Ознакомились со схемой? Хотелось бы, чтобы здесь были лавочки. Еще вот острый вопрос. Когда пробка образуется, Московская 4, пробка, да, все начинают приезжать по двору. Это какие-то будут работы, если что-то как-то будут делать? Вопрос. Потому что это очень страшно, с подъезда не выйти, дети бегают, и получается, здесь весь транспорт проезжает. Вдоль дороги можно поставить заборчик или ограждение? Да, но запроектировано. Есть запроектирован забор вдоль дороги, ограждение вдоль дороги. То есть ваша площадка, территория будет ограждена от дороги. По проекту на Комсомольской 4 приведут в порядок асфальтовое покрытие на внутридворовых проездах. Комплексное благоустройство дворовой территории включает в себе ремонт проезда, ремонт входных групп, детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, две парковки и две пешеходных дорожки. Хотя работы на Комсомольской 4 еще только начались, уже сейчас с жителями обсуждалось и будущее обслуживания объектов, которые будут построены. Задавался вопрос, нельзя ли здесь, на детской площадке, для поддержания общественного порядка поставить камеры видеонаблюдения. Также шла речь и о том, как в дальнейшем будет организована уборка территории. Все вопросы, заданные жителями, были запротоколированы. В целом же все работы на Комсомольской 4 планируют завершить в августе. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.